Сегодня делаем тюнинг на BMW X6 Twin Power Turbo 3,5 литра в стоке 306 лошадок. Будем делать тюнинг Евро 2. ОБУ находится под впускным коллектором. Сейчас нам нужно снять фильтр и добраться до блока. ЭБУ здесь стоит в таком труднодоступном месте, что приходится снимать коллектор впускной. И только тогда ЭБУ можно доставать оттуда. То есть, грубо говоря, разобрать нужно 1/3 машины. Ну вот, коллектор впускной мы сняли. И блок находится как раз под впускным коллектором и еще является как бы частью этого коллектора. Он прикручивается на коллектор, а потом только к двигателю. То есть вот такая веселая картина. Блок управления вот такой вот. На этой X6 стоит. Значит, давайте посмотрим, как он называется. Вот наш номер 0261S06499. Давайте мы его введем в специальную программу по определению бушевского номера и узнаем, что за блок, как он называется. Вот, значит, вводим 0261 у нас получается. 1S06. S06499 и нажимаем Enter. Ссылку на этот ресурс по поиску блоков управления по его номеру бошевскому я скину в описании ниже. В общем-то, подключение к этому блоку мы можем взять как на форуме TCM Flash, вот здесь на первой странице есть уже блоки, которые проверили. МЕВД 17.2 у нас, вот он. Вот такой. Так, мы все подключили как по хелпу. Адаптер Scanmatic 2. Открываем PCM Flasher. Адаптер выбираем Scanmatic 2. Bosch MEDC Bootloader и нажимаем идентификацию. Пожалуйста, процессор внутри стоит 1797. Давайте выберем этот процессор 1797. Вот он. И сосчитаем флеш.
Итак, флеш прочитано. Сохраняем. И прочитаем, давайте, и пробуем. И можно попробовать прочитать пароль. Если в этом блоке он есть, то мы сможем его прочитать. Вот написано: прочитан пустой пароль, завершено с ошибкой. Это означает то, что в блоке пароля нет. Итак, файл готов на BMW. На эту BMW, на X6 3.5 Twin Power Turbo, называется мотор, существует два типа прошивок. На 95-м бензине это 365 лошадей, 500 ньютона-метр. И на 98-м сотом бензине это 395 лошадей, 520 ньютона-метр. В стоке она 306 лошадей и 400 ньютона-метра. Я, естественно, спросил ребят: ребятки, какой же заливать вам? Ну, как вы думаете, что сказала молодежь? Естественно, 395 и 520 ньютона-метров. Открываем PCM Flasher. Здесь мы остановились на паспорте, он нам не нужен. 97-й флеш. Вот наш процессор. Давайте сделаем идентификацию. Теперь открываем наш файл. Файл на сотом бензине с непосчитанной контрольной суммой. То есть контрольную сумму посчитает сам PCM Flash. Значит, нам нужно открыть вот этот тут данный. Ну, собственно, и записать. Оставляем оптимизацию процесса записи в автоматическое управление питанием. При оптимизации процесса он будет писать только те сектора, которые были исправлены в прошивке. Ну и, соответственно, это быстрее происходит. То есть он пропускает те области, где изменений не было, а пишет только изменения в калибровках. Все, вот так вот он записал быстро наш файл. Все, тюнинг сделан на 395 лошадей, 520 ньютона-метров. Блок стоит, давайте заводить его. Он взлететь хочет.